Как известно, Наполеон был невысокого роста, а вот пирожное с его именем стало гигантом. Швейцарские кондитеры испекли Наполеон длиной 1221 метр. Автор рассказал, что на изготовление рекордного лакомства ушло более 1000 часов работы. Общий вес бисквита – 1 тонна. Для него мы использовали 800 килограммов муки и 400 килограммов масла. В начале этой недели мы начали делать крем. Он шоколадный, потому что мы в Женеве. Мы решили сделать два вида крема – из черного и молочного шоколада. Вышло 3 тонны крема, включая 400 килограммов чистого шоколада. У этого пирожного есть еще одна приятная особенность. Все средства от его продажи пойдут на благотворительность. Сумма обещает быть немалой, ведь каждый сантиметр Наполеона стоит чуть больше 1 доллара США.